благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Благодарю Тебя, Господи, за те прошедшие годы здесь. Сколько лет Ты хранил нас и защищал от видимых и невидимых врагов. Тысячи детей побывали здесь по Твоему милосердию. Нападки властей Ты укротил, Ты защитил нас, о великий и дивный Господь наш Бог и Иегова. Прибудь с нами здесь, и мы собираемся для памяти, чтобы прославить Тебя, Христе Боже. Ибо когда нас здесь заедали насекомые, мы выходили на ветер, и здесь в тишине проводили время. Это наш бывший лагерь, и Ты нас хранил, Христе Боже наш, в этом оазисе красоты и терпения. Власти нападали нас, тучи ушли, и Ты все разогнал. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Вот этот детский лагерь, потом посмотрите, теперь это музей. Как бы, ну, комплекс музей для бедных лагерей. Как без помощи государства можно что-то делать? Я думаю, ни у кого не было столько гонений, как у нас. Это православный лагерь в советское время, он единственный был на весь Советский Союз. Мы не смотрели, деревню уничтожили, мы в первый же год стали приезжать сюда. Вначале мы двигались с места на место, где нас гоняли. А потом назвали стан, зарегистрировали в краевом отделе юстиции. Избрали действующий состав. Архиерей благословил, выдал грамоту. Памятным днем, как бы каждый год, 2 августа, день пророка Илии. 15 комиссий было государственных, которые нас вытряхали отсюда. И они ничего не могли сделать. А почему? Ну, у них же вся власть. Господь не позволил. Они, главное, нажимали, это санэпидемстанция, тогда это Роспотребнадзор. Они крушили буквально все. Есть колодец, а он не такой. Мы сделали большой колодец там, выкопали. Дальше дренаж. Камни, галька, песок крупнозернистый. И закрышка такая, что закрывает вниз. Мы боялись что-нибудь спрыснуть туда. Но неверующие люди. И главное, вот как говорят, вот то-то, то-то с евреями, там евреи, то другое. И приезжает еврей сюда. Я его называю по национальности. Шойхет Яков Нахманович. Зам главы администрации Алтайского края. Доктор богословских этих, медицинских наук. И он все это дело прикрыл. Везде берут анализы. В районе анализы колодца, анализы питья, на кухне. Купаются где? Все выше средних, среднерайонных. И он все дело это прикрыл. Я повторяю, еврей, знает, что мы христиане, он предупреждал, будьте осторожны. Есть такие инкубационный период болезни, недели две. Вы привезли ребенка здоровым, а в нем уже там кипит микробы. И поэтому вам нужно как-то себя обезопасить. Он мне делал когда-то операцию. А тут я как раз с позвоночником был. И он сказал, ко мне заезжайте, самое дорогое там вставим. Ну, я никуда не пошел. Ну, вырезает 3 грыжи от натуги, то, что работать приходилось так. А здесь, видите, ветерок. Я не знаю, это, наверное, скашивали мы. Комаров вообще нету. Когда мы сегодня здесь совершили обед, воспоминания. Там дальше вон крест стоит. Когда утром молились, а тут, видите, как внутри движения ветра нету, комары заедают. И мы-то ходили молиться туда. Вон там дальше будет. Сегодня мы там помолимся. Кое-кто разрушает у нас их, приходят. Аналой оторвали, крапиву забросили, я все нашел. Переговорил, кто опасут, только 2 семьи. Там искать даже не надо. Ну вот так получается. Итак. Мы просим благословения, чтобы Бог осветил словом истинной молитвы. Ешьте досыто, кто снимает, его отдельно покормите. Мы оставим для памяти. В любой момент, везде скажи, вот я, Господи, как пророк Исаия говорит, возьми меня. А то как? Да я слабый, я не могу. А где окрепность? В борьбе. Если ты ничего не делаешь, ничего не будет. Я вспоминаю слова, будто бы сказал это Дургалиев, министр внутренних дел. В стране 3,5 миллиона беспризорных. Давайте каждый возьмемся вот это вот такой. Без помощи государства. И вся беспризорность исчезнет. Что значит беспризорность? Над ним никого нету. Будем обедать, головные уборы все наденьте. Мы помолились без головного убора. Конкретно, определенно мы вот эту землю получили. 3 гектара.
там где-то еще дорожку там высчитали. Тут работал главным агрономом мой крестник, Сиськов Алексей Семенович, он в Барнауле сейчас. И там расписались бухгалтер, глава администрации, сельсовета, и нам эту землю дали. А тут навозные кучи одни были. Мы ни одного квадратного метра сельхозугодий под себя не подмяли. Ну и Бог сохранил. И когда прикрыли здесь, потому что в всем озере потонуло 8 участников этих, которые... Они соревновались, никто не разузнал погоду. Когда выехали в Эстонию, ну там где-то Карелофина или где-то, ну и лодки опрокинулись, и все. Родители домой детей уже не получили. У нас не было ни одного несчастного случая, ни одного заболевания, ни одной потери, ни на огне, ни на воде. Ежедневно купались до 6 раз. Почему? 3 поклона пошли. Пришли туда, старший стоит. Благослови. 3 поклона. Дальше все проверено поплавками. Отдельно, где малые дети там пол сделали. Ну, им там вот так вот было где. Это все была работа. Я просто делюсь опытом. А какие? А мазанки стояли, как на Украине делают. Прутья с двух сторон. Когда мы были еще при советской власти, глава администрации района привез автобус учителей. Вот, говорит, живут люди, такие же, как и мы. Почему они ничего не просят у нас? Спрашивают, сколько? Я говорю, я не знаю, сколько. А тут штукатурят, в колокол ударили, посыпались. А тут тогда взрослые были, из армии пришедшие. Девушки такие, выстроились в ряд. Ну, там учителя сельсоветов, которые показал им. Вот посмотрите. А смотреть ясно, что было. Они нас душили, что туалеты должны быть мраморные. Сортиры всегда такие были. Какой мрамор? Ну, трафарет, не думают. Юристы, они вообще-то, главное, параграф. По параграфу, которые отходы, картошку чистим, ее надо отдельный, бетонированный какой-то. У нас забирают свиньям, у нас нет ничего. Сделать мы сделали. Ну, не бетонировано только. Оградили, коровы не попадут. То есть они нас мучили, чем только могли. Они по своим размерам, они правы. Ну, написано, все. У нас врач была, это Любовь Николаевна-то, и укосил там где-то комар. Она стала зеленкой. Как они на эту зеленку, как вот на падаль кинулись, руководитель. Вот она болезнь, вот они люди-то. Да на ничего нет, это беспросяно помазала зеленкой. Нет, это такая болезнь. Там Смирнов был, лютовал. Его нету, никого нету. А мы остались. И мы приходим сюда, чтобы прославить Бога. Какие годы мы здесь провели. Сколько комиссий было, а комиссия не просто так. Вот представьте, тут, вон там видно, дальше, видите, крыша едва наклоненная. Дети на крыше стоят, плакаты. Плакат один. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Руки прочь от лагеря стана. А дети кричат хором, не заходите, не заходите. Мы не знали как, все заранее подготовлено было. И, конечно, они недоумевали, и студия говорят, мы сделали тайно приехать. Как они узнали, что мы приедем? А как, у нас вышка была, и дежурные стояли, смотрели, они увидели, как они едут. Сразу ударили в колокол, а рядом, ну, это, кислородные баллоны висят. Они здорово раздаются. Так такие ревностные были, ладошки свои там надулись, били этой железякой-то. Деревня сразу вся прибежала, съемка пошла, и они сели. Мы показали, что можно работать. Можно быть интересным для людей, спасителем для себя и полезным для всех. С Богом за трапезу. С Богом. Господу слава и Богу. Аминь. Братья, головные уборы не снимайте. Так, садитесь, кто где будет. Я здесь, у своего места. Как привязаны к бетону. Я беру. У меня назад едет. Я и заминирован. Ну вот говорила. Чуть-чуть пройди.
Это что, попить, да? Угу. Можно тоже? На, не побрезгуешь. Нет. Надежда, вот, садитесь с Игорем рядом. А что у вас такой вкусный? Вкусные ребята делали. Да? Мы потрудились, во славу Божию. Спаси Христос вас. Вот, во славу Божию, чтобы все порадовались. Вот, поэтому... Ну, молодцы. Он еще вкусный, потому что холодный. Вот, еще секрет есть, брат. После службы. А, сразу же после того. Ну, как пойдет там, не знаю. К обеду ближе. Все, брат, поймали тебя тоже, да? Тебе лучше всего прямо в аэропорту там. Ну, или прямо в аэропорту там переждать. Там хорошо, красиво в аэропорту. Покушать там. Говорит, неплохо опять. Жара. Картошка? Где же ложка? Ложку На ложку. Я с удовольствием сейчас будет. Давай, я поширю. Братья, Кать. Хотел сказать, что 16-го, где-то к обеду, может после обеда, я выезжаю. Со мной двое едут, у меня еще в принципе два места есть. Кто-то хочет ехать в сторону Барнаула. Кто-то хочет ехать в сторону Барнаула, говорите сразу. В сторону Москвы. Слушай, получается, догонку за временем? Нет, берите. Пять в этих, пять прилетит. Да не, не почему. Не настолько. У меня там с пересадкой. Я в 9 утра ушла. Да, там она короткая. Да, конечно. Денег потратим. Ну там цена в цену прыгает. Там бывает не надо. Оля, садись, сиди, ешь. Любовь, второго, пожалуйста, положите. А мне пусто. А припевать-то дадите нервы? Сестры, дайте припить, Игнат Тихонович. Попить ему, попить. Будете воду с лимоном? Будете лимонную воду с лимоном, будете? Сами делали. Да. Ну, давайте. Игнатию Тихоновичу воду с лимоном дайте. Я не верю, которые там делают. Со своим верю. Здоровый. Я слабая вера в это. Вот это хлеб у вас есть? Можно? Я не буду хлеб. Я не буду хлеб. Оля. Да. Что? Только что специальный был. Припекает хорошо. Волок там же снимают. Нет. Он поручен, николай прям поручен. Я с вами. Можно к вам? Мы с разных ракурсов. Мы друг друга снимаем, оператора. Сними меня, как я тебя. Да. Купец отменный. Завтра будет фоторепортеры? А? Будет завтра пресса? Не знаю. Что-то я сомневаюсь в этом.
лимонадика дайте, пожалуйста. А. Все, видишь, как ценится. Давно надо было придумать это. Ты про напиток? Угу. Вода с лимоном. Слава Боже. А где лимон взяли? Иван такой разработал. Я даже не перескажу. Брат Александр, поди сюда. Да. Расскажи еще раз эту историю про того. Владимир Соколов. Да, оказалось, что опять это Игнатий. Ну, я там философией увлекался. До того, как в церковь стал ходить, как стал вообще посещать службу, вот. Увлекался, в частности, традиционализмом. Да. Увлекался традиционализмом. А у нас главный традиционалист в стране, так называемый, это Дудин. Вот. А оказалось, что у него по совместительству... Это дочку, которого убили? Да. Которого дочку убили, да. Александр Гельевич. Да. И у него духовный отец Владимир Цветков, на которого я позже тоже обратил внимание, читал его статьи. Вот они, там у него уклон идет в социологию, эти все вещи. Плюс единоверческий приход. Наставником батюшки которого тоже был Владимир Цветков. Также попутно я выяснил от отца Кирилла Шархова в его статье, что Владимир Цветков это ну, чуть ли был не единственный священник, который крестил в 90-е годы погружением в Петербурге. Вот. А потом выяснилось, что оказывается, когда вот Игнатий Тихонович упоминал, что при нем покаялось там два священника или сколько-то, среди них был Владимир Цветков. Вот так. Здесь все узлы завязаны. Да. Все нити сходятся. Не потеряй. На Игнатий Тихонович, ничего не поделаешь. Сестры, а можно компоту еще? Можно. А компот будет? Давай Христос. Лимонад-то съедобный? Очень хорошо. Медовый напиток. А у меня лимона больше. Да? Ничего себе. Да, из разных бутылок. Слава Богу. Да, на солнышке. Машина такая, такие. А где компот? Нет, я плаваю. Где круто? Еще здесь поплаваем вообще. Вы не плавали сегодня еще? Плавали. Уже два раза утром и. Ну сейчас мало плавали, но утром побольше. Утром вообще хорошо прохладненько. Я вам ведро собрал. Зачем? Здесь укроп и ваши березы. Здесь укроп. Вот сюда вот складываем. Забегали. Да? Я даже вашу ложку взял. Ты теперь поел. Ну, я понял, да. Ну, сейчас пошел разбор. Забегали. Я уже все сдаю. Все понял. Где там? Брат, неси сюда мне березовку и это. Вот, две вот эти. Я могу работать. Укроп мне не надо, а березовку давай. Зачем ты взял? Брат Николай, я бы, давай мне березовку. Обожди, поставишь на место туда. Хорошо. Я себе... Укроп поставишь, Игнатьевича, березовку. Да. Сестры, кто может забрать у меня чашечку? Ага. Ты куда понес? А, ну ладно. Пироги. Сестры, компотик принесите, пожалуйста. А? Компот, да? А мне вот сюда налейте. Можно мне тоже? Да, просто переливайте. Сейчас, подожди. А есть еще что-то? Тебя покормили? А? Тебе поналожить? Давай.
Там братья пишут уже. Спасибо, Стас. Ой, тут нужно было сказать. Доминировано. Да я в собаках. Не дай бог. Так, а где пироги-то говорили? Кошки. Анаит носила в ведре. А, вон он. Не, да? Ложку. Мед можно взять? Да выключай уже, чё? А вдруг нельзя? Ложку подавай мне. Ну, моя, ничего. Да, пойдет. Алина, так получается, тебе пенсию дадут, когда ты отработаешь, да? 3 месяца. Можно? А где пирожки выдают? Анаид дает. Вон, с ведром ходит. Вон, классно. Здесь я всех прошла по пирогам? Нет. Нам, пожалуйста. Нет, нам. Держи. Возьми. Нет, возьми. А теперь сюда, сестра. Да, меня написал это из сына. Ну, не положи, пожалуйста. Не, это кому-то еще. И вот когда они сидели, они на возвышенном сидели. И они зачитали вот именно то, что мое вот это. А там сидели. Да, можно. Вот там это пирожок съешь он. И вот салатик. Нет, ничего, горбушки нет. Я ж послушаю. Что тебе салатик? Да, я не что с маслом? Нет, там все как нет. Не без масла. Потому что без масла не берется. Ничего страшного. Там же без хлеба. Все, что на торгунике, не без масла. Я сейчас снимать не хотел. А что? Водичкой. Конкретно о чем речь-то? Мы сразу, ты читаешь видео, понимаешь, что это правильно. Все думают, что они вообще не победили. Ну, имеется в виду тех, кто называет себя духовным. И думаешь, что ты, оказывается, неправильно понимал. Так это ваши кусочки? Запить. Так, котик, пошустрей, вот допивай. Принесите запить, Владимир. Долгование Максима Исповедника. Не принимаешь? Что? А что там? Поговорку читай. Я не верю, что ее кто-то понимает вообще. Я не верю, что толкование кто-то понимает. Так, как он. Да? Ну или вообще хоть так, да? А что, брат, тебя смущает у него? Да. Там вообще, как бы, ну просто в облаках это все. Вообще, как бы, связи-то никак. Вопреки, а там что-то? Не вопреки, оно просто такое, что ты ничего с этим не сделаешь. Вообще мимо, да? Не то, что мимо. Ну, это вообще невозможно, не проверить. Ну, ничего. Так все буквально? Он. Все, нет, абсолютно не буквально. Он говорит, это все там отношения. Образы, да? В образах таких. Слишком аллегорически. Прям только аллегорически. Да. То есть я это не говорю, что это там. Не против ничего этого толкования. Потому что оно вдруг просто может до него. То есть там невероятный уровень. То есть там очевидные вещи, он их как-то вот так вот. Он их вообще, что ты вообще не понимаешь, что там написано. Он их раздувает, да? Нет. И просто я все время вижу, на них ссылаются самые. Не принимающие истины, вот такие. Они сразу берут это толкование. Находят. Ну, допустим, ты говоришь, допустим, о таких очевидных вещах, которых там толкуют. Они сразу приводят, а вот другое толкование Максима Исповедника. И там вообще не связано даже с этим. Как бы теперь мы, это вообще не важно, все становится по-другому. Читайте как-то. А, я понял.
как сейчас вот православные. То есть они исключение, то есть то, что большинство отцов говорит, они это отвергают, а исключение сразу втыкают в это, да? То же самое, что с... Оба с чашкой. Ты говоришь неправильно, понимаешь? Да нет, нет, это православный не может воевать. Да, да. Ты не так понял. Это вот так же толкует. Я сейчас тебе... Поесть не дает, да, нормально. Ты уже изловчился. Я вчера перешел на третий этаж. Да. Ну там вот такая перина. Да, да, да. Ну я ее уберу, нормально матрас повешу. Не могу на такой перине спать. Мне надо жестче, наоборот. Спина как бы прямая была. Ну там раньше кто-то жил, да, прям. Печка стоит. Я думаю, что там предполагалось. Где Павел там хранил этих пчел? На кухне, наверное, поработали все прелести жизни, да, там? Видимо, да, нельзя. Не зря все это. Мне нужны как раз. Налейте, пожалуйста, ничего. А вот там тут налить тебе? Пряник вон пряник. Мне тоже он. Тебе чаю, компоту или лимонаду? Лимонаду. Лимонад. Я думаю, может сегодня мы сделаем костер-то, потому что погода какая будет завтра, для завтра делов-то будет сколько. А время у нас есть. И одновременно баню истопить, кто желает, в это время сходит. Мы, главное, разгрузку проведем. Сейчас пойдем. Давай я подержу. Сейчас 8. Бана возьмите. Я отказался от сота, потому что здесь липкое все. Сейчас самое, сейчас пик, сколько-то там миллиардов. Больше не было никогда. А сейчас эти шахматы. Не поймешь, что-то светит, все за шахматы. Работал в горном. Игнатий. Свет такой. Ну, видишь, как. А я отказался от меда. Испугался, что липкое. А я с вами вот так. Что ж ты делаешь-то? Подловил ты меня. Брат, свободу сами? Я нет, я так. Пошел везде, солнце вот, светит ярко. Не узнаешь, что тут есть. Сейчас пойдем молиться. Я Володю уговариваю, чтобы сегодня был костер и баня одновременно. Нам разгрузить надо завтрашний день. Да.
Главное, это завтра будет, не сегодня. О, ноги как протекают. Вот, представь. Нас собралось здесь 37 человек. В 37 году не собрались бы тут. Коварный год. Ежовщина свирепствует. Сейчас пойдем вон там, где вон, видите, крест стоит, пойдем молиться туда. Так, все. Сейчас три поклона и сразу пошли туда. Так, мы все больше склоняемся к мысли, что сегодня кто просили баню истопить и костер общий. Потому что завтра будет день такой, неизвестно какая погода. А нам надо, чтобы, ну, на костре в дождь не будет. Погода завтра 30 градусов. Ну, это говорят, а бывает так, что да, ошиблись. Передают им. На костер Надежды Александровны. Просили Дмухи в субботу, чтобы сделать. Они приезжают завтра тоже. Костер хотели попасть. Что сделать? Нужно на костер попасть. Ну, а что ж ты молчал? Ну, костер тогда не знаю. А баню будете делать, да? Ну, некоторые уезжают и просят были здесь. А работа была полная очень. Ну, сейчас? 15-го-то никто не уедет. Воскресенье. Воскресенье будут разъезжаться начало. Что? Воскресенье начинают разъезжаться, только в 16-го. Ну, вот как раз они и будут чистенькие. Заминированного. А, ну, так а вот сейчас в озеро, там оно парное молоко, и отмывайся, откисай, так сказать. Тем более сейчас сделали сестры спокойненько. Веником, там, веником не там в другом смысле, никто в русской бане не был. А. Так, я думаю так, мы сейчас сходим и помолимся. Игнат Тихонович говорит. Братья, братья, внимание. Поднимайте. Мы сейчас уходим молиться, мы туда вон, а потом зайдем в лагерь, теперь в музей. Кое-что посмотрим. 100%. Мы остаемся убирать, да? А, вот это. Так, у нас костер вон, потому что там костер, а потом. На молитву! На молитву все. Молимся. Конечно, складываем. Прям начинайте. Сестры, сестры, все сюда. Сюда. Сестры, сюда. Так, все подошли. Николай, шлеп. Шлеп сними. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчестно я согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедующих нам молиться о них, вощепиющих Тебя, страждущих, болящих, скорбящих, вдов, нищих, сирот, священства, иночества и всех христиан, и помогающих нам Елену, Геннадия, Николая, Владимира и всех предстоящих здесь с подарками пришедшими во имя Твое Святое. Сие место, Господи, да будет благословенным, прославляющим Тебя. А от желающим принести злодейство, разрушение, поставь преграду. И в судный день не помяни их безумие, творимое днем и ночью. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня.
Вещества я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос, поваров и накрывающих. Все, брат. Спаси Христос. Брат, все. Всех, кто трудился. Останавливай запись, останови запись. Пожалуйста, загружайте сюда все. А вы сейчас же пойдете туда, машину. Пусть запишут.